Можно буквально пару вопросов задать? Каких? Не на тему 9 мая, просто мы делаем выпуск о том, что некоторые люди делают некоторые самовыражения путем того, что разные, я в основном, конечно, в Ютубе, протыкают какие-то части своего тела. Не для того, чтобы не для красоты, а просто им как самовыражение. Я думаю, эти вопросы не ко мне абсолютно. Не, я понимаю. Они должны быть адресованы. Мнение же какое-то есть. Например, человек проколол себе щеку, да, и выложил это в YouTube. Мое мнение о том, что человек сам волен делать то, что он хочет, и все. Нет, это, кстати, да, это очень правильно. Если человек захочет, что он сделает, если он не захочет, он этого не сделает. Да, правильно. А если все-таки человек это сделал, да, именно в качестве того, чтобы доказать, а не просто доказать, что он смог. Доказать что? Что он может, что он такой смелый. Смелость в чем заключается? А в том, чтобы проткнуть щеку. По-моему, это дебилизм заключается, а не смелость, на самом деле. А ты бы смог это сделать? Мне это не надо абсолютно. Нет? А если тебе предложили какую-нибудь ценную сумму, я не знаю, денег? Сумму денег? Да. Какую? Давай начнем с того, на какую бы ты согласился. Я бы ни на что бы не согласился, потому что я считаю, это дебилизм, это... То есть даже ни за какие деньги бы не сделал? Смысл делать, за какие-то деньги, если ты к этому не имеешь никакого отношения, и тебе это не надо. Хорошо, спасибо большое.